По России с любовью накануне в Лагане побывало 6 участников масштабной экспедиции Русского географического общества. Членов экспедиции встретила делегация из Калмыкии. Для гостей была организована экскурсия в местном музее, а после они были приглашены на концерт в Дом культуры. В завершении программы путешественники посетили достопримечательности приморского города. Основная цель экспедиции «Россия-2021» – показать нашу страну во всей своей красе, раскрыть ее мощный туристический потенциал. Одна из главных задач экспедиции заключается в беспрерывном прохождении основным составом группы маршрутов вдоль границ Российской Федерации. Путь длиной более 35 тысяч километров осилят примерно за 283 дня пешком, на велосипедах, автомобилях, катамаранах и даже ледоколе. Сейчас до конца экспедиции осталось меньше 30 дней, но точная дата будет известна только по факту прибытия группы к назначенному месту. Такой точкой станет Красная Поляна в Сочи. По словам руководителя проекта Константина Миржоева, все участники – люди опытные и уже не раз отправлялись в подобные путешествия. Но именно по такому маршруту они идут впервые. На данный момент все так, как планировали, так и продолжается. Единственное, у нас есть небольшое опоздание где-то в 2-3 дня. Это же длинная экспедиция, она длится почти 300 дней, поэтому, естественно, может график в связи с погодными условиями, в связи там, с поломками велосипедов или там, еще каких-то вещей, он двигается туда-сюда где-то в недельном диапазоне.